Ну, можно сказать, полжизни с морем. 6 лет я проплавал в рыбной промышленности. Ну, а потом на берегу, в морском рыбном порту работал. 40 лет отдал морю. Владимиру Федоровичу 78 лет. Он пользуется большим авторитетом среди подводных охотников. Несмотря на годы, даст фору многим молодым. Говорят, под водой за ним не угнаться. И, конечно же, он не представляет своей жизни без моря. Ну, я думаю, что море большое значение имеет для Севастополя и для севастопольцев. Мы как бы единое целое с морем. Это все. И сам воздух, экзотика. Однако под водой нас ждут не только диковинные рыбы и другие обитатели глубин. Море хранит следы давно ушедших эпох. В наши дни, когда почти все уголки суши исследованы, осталось лишь одно малоизученное пространство. Оно находится под водой. Стоит только глядеться, немножко заплыть подальше, и все это можно увидеть, все это можно почувствовать, прикоснуться ко всему этому, потому что все это наша история. Причем история не просто последних каких-то там десятилетий, да, или там послевоенная история, это история, которая уходит тысячелетия назад, в том числе и во время византийское время, в римское, даже в древнегреческое время. Долгие столетия морские пути сообщения были главными транспортными артериями человечества. Корабли были главным орудием завоевателей, торговые суда обеспечивали экономические связи между народами, странами и континентами. История человечества неразрывно связана с морем и оставила в нем свой след. В Черном море подводное наследие особенно богато. Даже на совсем небольших глубинах, там в районе 20 метров, которые вполне доступны не только дайверам, но и огромному кругу ныряльщиков, фридайверов, подводных охотников, могут находиться объекты, совершенно открыто лежать, объекты, которым более 1000 лет. Это всевозможные якоря всех эпох, которые здесь были в районе Севастополя. А у нас настолько богатая история, то есть история Севастополя и Крыма – это история России. И под водой она сохранилась в первозданном, нетронутом виде. Если на поверхности и на земле археологи уже практически все исследовали, все потрогали, все раскопали и каталогизировали, то под водой исследования только начинаются. Множество хорошо сохранившихся подводных объектов у берегов Крыма относятся к периоду Великой Отечественной войны. Как, например, вот это судно, лежащее на грунте неподалеку от 35-й береговой батареи. Его историю еще предстоит установить. Совершенно случайно на очередном нырке я наткнулся на рубку корабля, на его помещение, на его корму. И меня вот в тот момент, конечно, это поразило, что вот я нырял здесь 100 раз в этом месте. И корабль большой, это не иголка в стоге сена, но я ни разу его не находил, ни разу на него не натыкался. Хотя это место мне было изучено вдоль и поперек. И вот этот вид, то есть я стою на дне, передо мной высится вот эта громада корабля, который затонул, лежит на дне со времен войны. Вот она меня тогда в тот момент очень сильно поразила. Хранитель фондов музейного комплекса рассказывает, в 1942 году эвакуация севастопольского гарнизона производилась в основном плавсредствами небольшого тоннажа. Это были морские охотники, базовые тральщики, а также подводные лодки. Как известно, войска были блокированы с суши, войсками вермахта. И все снабжение Севастопольского оборонительного района шло морскими коммуникациями. Ну, сюда еще входит также снабжение по воздуху. Естественно, были большие потери в корабельном составе и в самолетах. Всем известно, что позади нас находится Херсонесский аэродром. Он еще действовал еще в начале войны. Естественно, вокруг аэродрома на грунте, в акватории моря,
лежат останки самолетов. Это как боевые потери, также и банальный обычный отказ техники, аварийная посадка на воду. Были аэродромы здесь и у немцев, так что остатков самолетов, как наших, так и немецких, здесь как бы предостаточно, в том числе и в акватории Казачьей бухты. Второй период массовой гибели кораблей и судов относится уже к освобождению Севастополя в 1944-м. История повторилась, только отступали на мыс Херсонес уже немецко-фашистские захватчики. Возможности выйти в море из Казачьей и Стрелецкой бухт у них уже не было, так как к тому моменту советские войска взяли северную сторону, и артиллерия держала под контролем все западное побережье. Эвакуация происходила с причалов у 35-й береговой батареи. В основном, скорее всего, те остатки судов, которые находятся ближе к берегу, относятся уже к 1944 году. Здесь также немецкие войска были прижаты к берегу. Началась эвакуация. Эвакуация у немцев была намного как бы масштабнее поставлена, чем у советских войск. Было задействовано большое количество корабельного состава. Это были не только немецкие корабли, также румынские, венгерский пароход «Будапешт» был задействован. Среди потерь немцев при эвакуации были в первую очередь небольшие быстроходные десантные баржи. Хотя известен случай с затоплением в результате атаки советских бомбардировщиков крупного транспорта «Татила», который находился на пути в Констанцу. Его останки были найдены в 2013 году. Ряд значимых находок последних лет – советские суда и корабли. Затонувшая баржа в районе 35-й батареи, это уже во время подводной охоты мы ее видели, обнаружили. Очень интересное такое сооружение. Там есть рубка, уже можно туда заглянуть, там стоит дизель-генератор. Такой интересный, очень интересный объект. А потом, когда стали этим немножко уже интересоваться, достаточно интересное впечатление произвел Доуб. Это уже было интересно, потому что он лежит достаточно глубоко и представляет из себя не просто какой-то там остов металла, а уже видно, что это было. То есть остатки вот этой турели, на которой было смонтировано орудие, сами шпангоуты, которые лежат корабля, остатки снарядов, гильз и так далее. Стоит отметить, в большинстве случаев речь идет о сокровищах, но лишь в научном смысле. Материальной ценности, как таковой, подводные находки чаще всего не несут. Однако для ученых каждый новый найденный объект – это настоящий клад. А для граждан России все это – подводное культурное наследие. Немые свидетели сменяющих друг друга эпох, народов, войн. Как и у нас, так и у немцев с документами всегда какие-то нестыковки происходят. Сколько судов погибло, координаты гибели этих судов. Если находится на грунте какой-то остатки какого-то судна, во-первых, нужно выяснить, что это, название судна, принадлежность его и соответствие с документами. То есть это подтверждение идет. Ну, каких-то сокровищ, естественно, не везли. Известно, что как и у нас, так и у немцев подходящие суда везли, во-первых, боезапас, это опасный груз, и эвакуировали людей, раненых или просто солдат. Каких-то сокровищ отсюда не вывозилось. Огромное количество боеприпасов и по сей день хранится на дне. Это и авиационные бомбы, и артиллерийские снаряды. Они до сих пор несут потенциальную опасность. Однако море понемногу делает свое дело. Подводные ландшафты меняются из года в год. А лет 5 назад еще можно было много техники всякой встретить. И траки попадались от танков. И стволы шмайсеров, пулеметов всевозможных. Хотя ныряльщики обычно погружаются на сравнительно небольшие глубины, до 3 десятка метров, каждое проникновение в подводный мир несет потенциальный риск. При этом аквалангисты более уязвимы, они рискуют зацепиться снаряжением и застрять в гроте или в корпусе судна. Фридайверы же рассчитывают только на свои силы, на них минимум лишних вещей. Большинство тех людей, которые погружаются, они прошли серьезную школу подводной охоты. Фактически они для себя риски сводят к минимуму, потому что у них очень большой опыт, они знают, как правильно снарядиться,
чтобы вот избежать вот этих всех неприятных моментов, связанных с зацепами или чем-то еще. Они знают, как себя вести под водой в случае каких-то экстраординарных ситуаций. Ну и когда мы говорим о том, чтобы погружаться в какие-то замкнутые пространства, заходить вовнутрь, то ну, это всегда делается с подстраховкой. То есть кто-то один заходит, а кто-то дежурит на входе, чтобы видеть, что там происходит. Для севастопольцев рыбалка и подводная охота, или даже просто погружение – это неотъемлемая часть жизни. Культура подводной деятельности формировалась десятилетиями. Я, когда начинал, костюма практически не было. Вода холодная, на берегу сразу разводишь костерчик и полазишь, поныряешь. Вылазишь и так вот на этот костер облокотишься, в общем, нависнешь и... А проходит или эсминец, или крейсер, и волна от него, и перевернет и рюкзак, и все. Сейчас любому желающему доступны качественное снаряжение и инвентарь для исследования подводного мира. А желающих становится все больше. Антропогенная нагрузка на море растет, поэтому и начинающие ныряльщики, и опытные пловцы уверены, только разумное и бережное отношение к бесценным экспонатам подводного музея поможет сохранить эту пока малоизученную часть нашей истории. О том, как мы можем сберечь для потомков наше прошлое, в следующей части фильма «Подводное наследие России».